Нашему внучку исполнился годик, и мы на сайте стали смотреть летнюю коляску. На ее E+, нам очень понравилась зеленого цвета коляска, мы ее заказали. Пришла она очень быстро, вот в картонной коробке упаковки, доставка 500 рублей. Чехол черного цвета, вот ее E+. Удобна очень ручка для переносной коляски, 6 кг которой. Ремень через плечо, который эту коляску можно носить в автобусе, заходить удобно, поезд, самолетах, очень удобно. Сейчас сделаем обзор этой коляски Йоя Плюс 2. Ссылка на заказ я опущу ниже, потом почитаете. Это Йоя Плюс 2, компактные коляски, которые можно заказать на сайте Йоя Плюс. Вес этой коляски где-то 6,5 кг. Вот он в таком разобранном виде. Колесики передние, они фиксируются очень даже хорошо, в удобном положении. Вот так вот они зафиксированы. Значит, подножка для ребенка есть. Вот она удобная. Вот так вот делается. Удобно сидеть. Сиденье также самоудобное, застегивается. Открывается бампер очень удобно, хорошо. И застегивается. Можно хорошо ребенка посадить. Капор можно увеличить до размера. Расстегивается. И вот так вот увеличить его. Здесь, значит, можно делать окошко. Вентиляционное окошко. Вот так делается. И там сеточка. Удобно ребенку. Сеточкой и застегивается. Есть очень удобная вместительная корзина. Вот она. Очень. Подстаканник очень удобный. Коляски. Вот так вот он смотрится. Можно бутылочку поставить. Вот такая москитная сетка одевается на колясочку. Удобно ребенку спать. Очень удобный дождевик. Вот он одевается на полностью на коляску. Здесь вот дырочки. Вот они видны. Ребенок дышит через эти дырочки. Здесь хорошие липучки. Вот они расстегиваются. Удобно материал. Крепится удобно. Вот, вот такое-то новое введение коляски. Не надо. Вот покажу. Вот полностью коляска. Вот если дождик, прекрасно защищает ребенка. Мягенький такой матрасик. Вот, очень на ощупь мягкий, приятный такой для ребеночка. Такой матрасик, коляску. Чехол для ножек, для утепления. Вот так вот он надевается. Крепится он здесь на такие кнопочки. Хорошо. И ребенок ножки вот сюда вставляет. Вот так удобно смотрится. Чехол для ножек. Это для кресла. Сеточка и для дождя. Так вот сейчас покажем, как она разбирается. Вот так. Все.